Храм Вознесения Господня или Спасо-Вознесенский собор на улице Степана Разина – один из старейших, сохранившихся в Самаре, отстроен в 1843 году. В советские годы здание использовалось в качестве помещения для мастерских и складов, но в 1993-м храм вернули епархии. В это же время на средства прихожан провели реставрацию. В этом году приход сообщил, что собор вновь нуждается в ремонте. Прошло больше 30 лет. С просьбой о помощи прихожане обратились к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Парламентарий идею поддержал, и в рамках проекта «Историческая память» были выделены средства из федерального бюджета. Вся необходимая проектная документация уже подготовлена. Старт работ – вторая половина июля. Закончить планируют к концу сентября 2024 года. На данный момент вот он выглядит колокольный, видите, как сейчас, угу. Да? А было вот так. Соответственно, у нас проектом предусматривается увеличение изменений конфигурации шпиля, то есть на полтора метра мы меняем свод. Во время ремонта внимание уделят как наружной части, так и внутренним помещениям. В частности, укрепят фундаменты и стены, утеплят и отреставрируют фасады и кровлю, поменяют инженерные коммуникации, воссоздадут кресты и шпиль на крыше. Здание уникально внутренним интерьером. На стенах находятся фрески, последние из которых наносили в 90-е годы прошлого века. Это очень сложный технологический процесс, поэтому изображения во время реставрации постараются сохранить в полном объеме. Существующие фрески, они, конечно же, не являются первоначальными. Иногда не соответствуют канонам, но поскольку они дороги для прихожан, здесь по каждой росписи решение будет приниматься индивидуально о возможности сохранения их либо замене. Во время региональной недели Александр Хинштейн также проверил, на каком этапе находится реставрация другого объекта культурного наследия – дома полицейского управления на улице Фрунзе. Сейчас здесь располагается управление по вопросам миграции. Обновляют здание комплексно – от фасадов до внутренних помещений. Сейчас специалисты заняты ремонтом подвала. Его необходимо сделать более светлым и просторным, ведь в будущем там обустроят рабочие кабинеты. Здание – это не просто какое-то рядовое здание, это здание для Самары знаковое, это первое полицейское управление, которое появилось здесь еще в конце 19 века. И безотносительно политического режима всегда в этом здании работали и служили те, кто защищает правопорядок. Мы хотим не только придать ему первоначальный вид, но и разместить здесь небольшую музейную экспозицию, посвященную истории миграционной работы на территории нашего региона. Объект культурного наследия обновляют на средства федерального бюджета в рамках программы «Историческая память». Завершить все работы планируют до 2024 года. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.